Я слышу, как звучат мои мысли. А теперь пропали. Мысли пропали. Твой смех связан с хорошим настроением? Но я же не все вам рассказала. Да, все это... Ты мне ничего не рассказала. Она так весело и непринужденно пила с тобой чай. Да, ведь это... Я дала ей такую возможность, и... Она улыбалась мне в ответ. А теперь... Кто она? Посмотри на меня. Расскажи мне про свое детство. Да. Да, я помню. Нет, я не хочу. Я в своей комнате. Почему ты делаешь уроки в темноте? Я перестала слышать свои мысли. Он снова решил мне помешать. Для чего у тебя настольная лампа? Почему у тебя тетрадка по одному предмету, а учебник по другому? Почему я должна была оправдываться, что просто не брала учебники и начала рисовать? Мои глаза привыкли к сумеркам. В чем я виновата? Почему он приходит и начинает делать то, что он хочет? Я слышу его запах. Чувствую его дыхание. Я не слышала саму себя. Я не слышала своих мыслей. Так тебе спокойнее? Так они не могут меня преследовать. Кто они? Тени. Их нет во мраке. Почему ты их боишься? Они любят отца. Понимают его срывы, его тяжелую работу. Они знают, что он любит меня. Что я для него единственная малышка. Что я сделала не так? В чем я виновата? От каждого шороха нас штормит. Нам неинтересна эта жизнь. Мы обязаны иметь успешную карьеру, семью к 30 годам. Это мы учили родители. Стабильность в образовании, карьере офисного служащего. Нет, все не то. Все не то. У меня было все. Может, я просто неблагодарная, да? Нет. Это неправда. У нас было все, как у всех. У меня появился друг. Да, да, это парень. Олег, однокурсник. Он так крепко обнимает меня. Что мы знаем о сексе? Нам сказали, что должно быть хорошо и прекрасно. А зачем оно вообще? Если ты прекрасно жила до этого момента. Да, ты фантазировала, представляла, но не была готова. Какой-то новый жар охватывает тело и разум. Начинаешь ощущать каждую клетку своего организма. Он приобретает новые формы, новый смысл своего присутствия. Здесь и сейчас. Расскажи о своей работе.
На работе все хорошо. Меня ценит начальник. Поручает мне важные задачи. Он доверяет эту работу только мне. Ты моя самая лучшая работница. А потом он бросил меня. Ушел к моей подруге. Так и сказал: она лучше тебя. Ну, разве я могу? Кому-то нравится больше. Я ушла с работы. То есть ты ушла с работы, чтобы снова закрыться в своей комнате? Я больше не могла слышать своих мыслей. Наши дорогие телезрители и зрители нашей студии. В эфире ток-шоу «Поговорим». Возвратившись домой, я месяц не выхожу на улицу. 2 недели не беру трубку. Только маме иногда говорю, что все в порядке, и прошу не звонить. Все равно не отвечу. Иногда мне кажется, что я — это не я. Я не могу вспомнить, что делала и чем занималась. Что-то сломалось, я исчезла. Я пытаюсь создать новое я, но не помню для чего. Моя жизнь стала блеклой и скучной. Записываешь ли ты свои мысли? Только рисунки. В них все мои мысли. А тебе становится легче, когда ты записываешь свои мысли на бумагу? Когда я рисую хоть что-то, мне уже становится легче. Я ничего не слышу, что происходит вокруг. Даже себя. Остальные, они уничтожают мой мир. Врываются в него без приглашения и все портят. А разве ты не сама их впускаешь? Теперь нет. Только тех, кого я сама захочу. Как ты здесь оказался? Ты мне хочешь что-то сказать? Хочешь купаться? Пойдем, я наберу тебе ванну. Я, обретшая вдруг силу земного притяжения с лихвой, стало тяжело пробираться сквозь воду к цели, которая отдалялась от меня. Как вдруг мои глаза наткнулись на ответ. Когда я пришел домой, мне стало так легко, как никогда. И я пришел к тебе. И вот ты здесь. Давайте еще раз поприветствуем Александра. Спасибо большое, что он пришел к нам сегодня в студию. Напомню, тема нашей сегодняшней передачи была «Домашнее насилие». Мы думаем, что счастье доступно лишь избранным.
и, конечно, мне лично. Мы застреваем в своем высокомерии и безволии. Надо бы оглашать правила игры прежде, чем рождаться в этом мире. Мы ходим кругами, а жизнь человеческая все так же стоит на первобытных инстинктах и собственном «я». Выбор дается каждому. Это определяет жизнь. Сколько ни оправдывайся, что на тебя повлияли жизненные обстоятельства. Выбор всегда подпишется твоим именем.